Сегодня фермер – это бизнесмен, руководитель, юрист и просто рабочий. Однако начинающим специалистам порой не хватает профильных знаний и навыков. На выручку им пришла школа фермеров. В Бурятии такое обучение проходит впервые. Оно уже помогло 30 фермеров из 14 районов республики по направлениям мясное и молочное скотоводство. Благодаря вот этому проекту мы нашли тех людей, которые хотят именно развивать бизнес на селе. Фермерский бизнес на селе. Ну, они научились всему практически. То есть были и теоретические занятия, были и практические занятия на наших крупных таких вот хозяйствах, которые занимаются уже и мясным направлением. Это готовые фермеры, которые вот сейчас вот завтра выйдут и начнут уже заниматься фермерским хозяйством. Игорь Курочкин начал вести свое хозяйство в 2019 году. Занимается мясным скотоводством. С детства помогал родителям с хозяйством. Спустя время создал свой бизнес. А юридическое образование стало бонусом к нынешней деятельности. Мы работаем вдвоем с братом. Младший брат у меня, Егор. Вот как бы у нас, можно сказать, семейный бизнес. Мир вокруг развивается, и нужны знания, постоянно все обновляется. Есть даже молодые ребята, кто вот прям видит, что у него глаза горят, пытается, но вот знания немного там. Желание самих людей, наверное, как заинтересовать. Примером служить, хорошую успешность какую-то, быть каким-то успешным, наверное, на селе человеком. Только так, наверное. Вы считаете себя примером? Нет. Но у нас есть фермеры в районе, которые более плотно работают в этом направлении. Мы начинающие фермеры. Ну, может быть, для кого-то я являюсь примером. Не все выпускники смогли присутствовать на вручении дипломов, поэтому они отправили своих друзей или коллег. Для фермера из Прибайкальского района таким человеком стал его сын Ислам Пашаев. Мужчина создал бизнес, в котором ему помогает вся семья. У нас семейный бизнес, и поэтому проходили его всей семьей. И это для своего развития. И просто было интересно проходить это. Для нас это был темный лес, и начали набирать обороты, прокачали свой овер, как бы по-молодежному сказать. Мы занимаемся мясным производством. Угу. Чисто мясо, не доим коров вообще. Приходите к нам, накормим. Онлайн-обучение проходило на базе Бурятской сельскохозяйственной академии и длилось 2 месяца. Теперь после защиты бизнес-планов и получения дипломов выпускников ждет торжественное награждение, где 3 лучших проекта получат гранты на 300 000 рублей. Дарья Белева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.